Ну, а всем привет, ребята, с вами Альберт, это новый выпуск по Хроникам Хаоса. И благодарю за хороший комментарий под последним видео. Так, короче, я прокачал Моджу до синего ранга, вы просто не представляете, он самый мощный по мощи у нас показывается. Я решил Фобуса как заменить Моджу на Фобуса, потому что... Ну, что-то Фобус он не особо. Так, награда за ранг. И решил немножечко подкачать Аврору, потому что... У Галаха... Ну, во-первых, у Галаха, да, одна звезда, а у Авроры две звезды. Ну, и дают звезды, и можно три звезды даже сделать на Авроре. И я... У меня практически магическая пачка, если не считать Джинджер. То я, наверное, магическую пачку сделал. Вот сейчас... Собираем награды. О, кстати, 100 умений мы улучшили, да. Мне, кстати, за 100 изумрудов я два раза купил умения. Так, ежедневные награды, затрату энергии. Да, и, наверное, сейчас кампанию попроходим. Так, вот чин архидемона. Отлично. Так, в инвентаре у нас что-то. А, две шкатулки. Что-то, блин. Так, и в магазе, да, у нас магазин разбойников, который... Там я менять не буду, хотя планировал. Короче, давайте сейчас аватарку поменяем. Так, что-то мне не сильно нравится эта аватарочка. Так, компания, герои, облики. Рамки на аватар. Так, давайте вот этого архидемона поставим. Да, он такой мощный, ха-ха-ха. Да, и, наверное, кампанию попроходим, но прежде будем проходить экспедиции, да. И спасибо тем людям, кто подписались. Нас теперь 30... На данный момент... Записывание ролика на моем канале уже 32 подписчика. Благодарю, спасибо. Артефакты, особое снаряжение, делающие героев еще сильнее. Мы можем собирать и улучшать артефакты, однако нам нужны ресурсы. Эти ресурсы можно добывать в экспедициях или получать в артефактном сундуке. Окей. Так, благословность Валькирии, забираем халявный ключик. Так, давай загружайся, дурацкий сундук. Не, ну мод же он еще, кстати, дополнительный хил. У него второе умение есть, хилерское. Не, ну я, наверное, планировал вместо этого, вместо Джинки поставить Ориона, наверное, когда он у меня появится. Но даже если я получу Ориона, то не сразу прям. Так. Там надали подарок, целых 10 ключей. Давайте откроем. И вот нам что выпало, да. Новый уровень сундука артефактов. Отличненько. Не нравится. Дальше, артефакты. Пробуждаем артефакт на Моджа. Так. Бабах. Так, дальше Джинку. Бабах. Так, дальше Йорген. Бабах. Так, еще. Еще у нас есть ключики. Давайте-ка откроем. Так, открыли мы. И получили ресурс для прокачки. Давайте-ка мы вначале прокачаем Моджа. Так, пробив защиту от магии дает. Неплохо. Конечно, учтем. Так, экспедиции. Ай, как они долго грузятся. Вот 5 экспедиций мы можем пройти, и на специальном событии там какое-то будет.
Так, 30 уровень здесь нужен. Так, мы можем. Здесь 25 нужен. К сожалению, мы не сможем полностью выполнить события. Вы даже поняли, почему. Так, ну давайте мухи голода отправим наших героев. Так, пусть так вот сделаем. Дальше и на 6 минут сюды отправляем. А, мы не можем, у нас героев не хватает. Ну, окей. Так, специальное событие здесь какое-то. Значит, одну экспедицию целых 170 энергии. Ну блин, ну тут энергии-то дофига. За то, что на начало одной экспедиции сразу получаешь 170 энергии. Офигеть, я просто в шоке. Так, забираем ключики. Еще ключики. Ой, не сюда. Так, ежедневные задания. Тоже забираем. Пах, пах. Так, дальше дирижабль отправляемся. Откроем за ключики, да. Надеюсь, кстати, выпадет на Маджо вот эта штука. У него артефакт, да? И можно будет прокачать. А, там еще ядро хаоса, или как там оно называется, не помню. Чтобы прокачать. А если оно нам выпадет, то вообще будет замечательно. Так, артефактная эссенция. Дальше. Маска гнева. О, вот это вот маска гнева. Артефактный свиток. Дальше. Что? Кровь Шаварака. Это от Йоргена. Артефактный металл. И последнее. Кровь Шаварака тоже для Йоргена. Так, что насчет моджа? Да, нам нужно это дурацкое ядро. Так, прокачаем, прокачаем, прокачаем. Ай, как лагает игра, вы не представляете просто. Ну, отлично. Пусть пока что наши герои в экспедиции, мы пойдем в компашку. Компанию, да. Интересно, как у нас там написано? Понял, почему. Я такой, чего? Ну, погнали. Загрузка долгая. И, кстати, вышло какое-то обновление, там было написано, что будет событие с Пасхой, да? Но я пока что его не увидел. Но, наверное, оно будет чуть попозже. Ну да, чуть попозже, наверное. И Маркус написано стал сильнее. И Маркус и Марта в каком-то магазине появились. Было написано. Давайте, хильте. Хильте Гала. Ну блин, он такой слабый вообще. Надо заменить его, правда, на Аврору. То, что пипец, как страдает. С одной звездой тогда. Так, хоп, хоп, хоп. Ба! Просто всех истребили. Так, ну погнали дальше. Это, кстати, уже шестая целая часть. Шестая часть уже это. Да, кстати, я еще создал плейлист про
Хроники Хаоса мобильная версия, так что обязательно, если вы не посмотрели прошлые части, да, то вы можете посмотреть через плейлист, а также через вот полистать там прошедшие видео, какие были. Бах! Все, все, все снесли. Не, ну круто, когда у тебя третий этап, нажимать на авто, все способности проактивировались и просто пру, бах! И через эту секунду их уже нету. Как это круто. Не факт, конечно, но может быть мы даже эту четвертую главу пройдем, потому что все пока что изи идет. Но навряд ли. Хотя нет, я не буду в этом ролике проходить всю четвертую главу. Потому что это надолго затянется. Так, давайте, давайте. Так, Тею использую, Т. Отлично, хил еще, такой хил. Отлично, но пока что все круто. Бабахем, да. Бах! Просто все нету. Круто. Так, давайте дальше. Это, наверное, последнее видео, которое выйдет сегодня, потому что я... Это уже шестая часть, причем вчера я записала первую часть, сегодня вторую, третью, четвертую, пятую и эту часть. Да, просто пять частей записал. Выложил их в один день. Просто как это много. Надеюсь, звук в игре не громкий. Кстати, когда я читаю реплики в игре, то можете в комментариях подправить, если я что-то неправильно прочел. Так, так. Может, я, кстати, прокачал умение там на 21 уровень. Ну, там некоторые прокачаны уже, да. Так, дневной тотем. Пошел, пошел, поехала, 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 поехала. О, ну, в принципе, неплохой дамаг. О! Вот у Галахада вроде второго уровня это умение. Но, блин, оно такое имбовое. Оно просто может сбить. Просто подумайте, то, что это умение может сбить. Это так имбово просто. Все, до свидания, темная звезда. Изи-бризи. Давайте сейчас миссию с Джинкой, потом еще одну миссию после Джинки и все. Я назову, наверное, видос, то, что прошел пол четвертой главы. И открыл новые артефакты. Ну не знаю, может как-то по-другому. Получил новые артефакты. Мои первые артефакты, короче, не знаю еще. Но опять же, благодарю вас за подписку на мой канал. А если вы вдруг подписываетесь. Так, бах. Все, опять же, изи в прух и прах. Не, но все равно Джинка еще работает. Даже на таких-то уровнях она еще работает. О, в этой героической миссии, мне кажется, наши герои проявят себя. Да, вот уже сложно появилось. Вечером я заберу энергию. По-моему, с 20.00 до 23.00 я заберу бесплатную энергию и, наверное, прокачаю уже Аврору на синий и Тею на синий. Может быть. Блин! Гал сдох!
Блин, я даже не обратил внимания. Отступить. Отступить. Блин, нифига себе. Блин, даже не знаю, что теперь делать, если он сдох. Может, Аврору поставить? Так, ну давайте сейчас соберем. Не, я не буду, наверное, пытаться. Так, давайте-ка соберем шкатулки какие-то. Еще нам дали деньги, по-моему. А, нет, нам дали шкатулки. Другие бронзовые, которые. Так, получаем еще изумруды за прохождение. Так, и в инвентаре сейчас давайте-ка откроем бронзовые шкатулки и шкатулки, которые события. О, отлично. Кстати, еще лампы дали, которые мне помогут. 4000 денег. Шмот. 4000, 4000, 4000. Ну, блин, тут в основном деньги дают, кстати. Хотя для меня это неплохо. Да. О, на Аврору можно шмот надеть. Давайте-ка наденем. Это керосиновая лампа, да? Я же говорю. Ой. Ай. Вот сейчас покажу даже. Вот, моджа. Так, обязательно вот это умение. Так, давайте сейчас прокачаем. И джинку, джинку, да. На все. Всем спасибо за внимание и всем пока.